сасын бәне, мені қарпа. Интернетті мана не әже Сана Лубушиев, организатор этого митинга, повесил платежку, копию платежки, которой господин Зайцев, согласно которой, получил премию более 5 миллионов рублей. Там поднялся шум. Там кое-кто даже написал, что это фейк, что это выдумано. Санал потом в своем выступлении в Ютубе разъяснил. Я же хочу разъяснить здесь. От мене карта постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года номер 1614 об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансферов в 2019 году из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации за что? За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Понимаете? Считается, что субъекты Российской Федерации в 2019 году достигли результатов, в том числе Калмыкия. И вот здесь разъяснение. Там было порядка, по-моему, на 18 или 15 листах. И потом распоряжение. То есть каждый субъект Российской Федерации получил, итого это было более 5 миллиардов рублей, подписано Медведем. То есть они награждают. Медведев, Путин считают, что их вассалы в регионах работают хорошо. Что Россия развивается, регионы развиваются. Понимаете, Калмыкию выделено 43 миллиона 700 тысяч 100 рублей. И вот это все идет на премии. Но там, вот здесь в тексте, он большой текст, я его читал, там уже региональная власть имеет право распределять по своему усмотрению. Но при этом она должна учитывать там достижения тех и тех, и в том числе достижения муниципальных органов власти. Но мы нигде не нашли, что награждены муниципальные власти, то есть наши районы и город Элиста. Мы нигде не нашли, что награждены отдельные. Я знаю, что есть. Я уверен в этом, что есть добросовестные люди, работающие как в аппаратах министерства, так и в аппарате главы администрации. Насколько я понимаю, насколько понял Санал, премия была распределена среди узкого круга лиц. И в том числе вот господин Зайцев, который провел у нас меньше года, в советское время, я помню, и после. Я все-таки на производстве проработал много лет, я знаю, если человек год целиком не проработал, какую бы должность он ни занимал, он премию получает меньше того, кто проработал весь год. Вот. Зайцеву выплатили более 5 миллионов рублей. Остается вопрос, а сколько выплатили Бату Хасиков? Понимаете, остается вопрос, сколько выплатили Казачко? Вот эти 43 миллиона 700 тысяч, скорее всего, разошлись среди них. И мы задаем этот вопрос им, понимаете? А Бату-боты там, или не знаю, какие-то проплаченные деятели в интернете начинают обвинять Санала, начинают обвинять нас. Ничего подобного. Давайте разберемся, за что эти господа получают деньги. Это же бюджетные деньги. Понимаете? За какие такие заслуги? Это я просто...